Римской империи. И сегодня открыто, вот мы мимо проезжали. Сейчас мы с вами пройдемся. Экскурсия. Здесь даже есть надписи на русском языке. О, древнее величие. Я иду, поэтому трясется камера. Это древний амфитеатр. Древние камни. Отсюда сейчас видите море. Вот видно море. Тяжело. Видите, высоко как. И вот там за этими деревьями море черное. Но сегодня оно сине-голубое. Это историческое место. В Грузии, кроме моря, очень много древних исторических мест. И Грузия заняла из 5 мировых стран, в которых древние цивилизации. 3-е, что ли, место новое по рейтингу. Очень тяжело подниматься наверх. В гору поднимаемся. Сейчас поднимемся и покажу вам амфитеатр. Древний амфитеатр. И море. Тяжело дышу. Очень тяжело здесь. Кислорода уже не хватает. Вот смотрите. Здесь еще есть крепость за Батуми. Тоже еще с Римской империи осталось. Последний звонок. Везде девочки и мальчики, у которых будущее. Смотрите побережье. Вот оттуда мы ехали. Я боюсь очень близко подходить, я боюсь высоты. Видите, море плещется. Жарко. Девочки и мальчики, теперь нужно сдавать экзамены. Сегодня последний звонок. Тут вот не видно, а так вообще видно, вон там Батуми. Просто сегодня очень солнечно и засвечивает кадр. Вот я вам показала вот эти вот развалины еще с Древней Римской империи. Как крепость, как амфитеатр. Так, чтобы вы чуть-чуть увидели. Всех вам благ, радости, любви, счастья. Это была Петра. Дорога от Кабулити до Батуми. Историческое место Грузии. Пока-пока, с вами была я, Вивьена.